Всем привет, меня зовут Ангелина Луговских, мне 12 лет, я из города Челябинск. Сейчас осенняя пора и можно легко заболеть. Вот такая ситуация произошла и со мной. Я проснулась с утра, она начала болеть горло, я решила забыть чудесный V5. И оно вроде как прошло, но после я начала петь, и у меня вновь заболело горло. Я решила забрызгать V5, чтобы посмотреть, что будет. И чудесный V5 не только помог мне сделать так, чтобы горло не болело, но он мне еще и помог петь, потому что он разогрел связки, и мне стало намного легче доставать верхние ноты. В Хорватии, когда мы были в путешествии, я увидела у девочек, что у каждой есть свой личный V5. Я вдохновилась их примером и попросила маму дать мне тоже свой личный V5, поскольку я хотела не болеть. И после этого я ни разу не заболела. Я пользуюсь V5 каждые 2 часа. С V5 жизнь стала очень чудесной.